прошлом году у меня сломалась коса, вылетело кольцо. Я его потерял, потом нашел другое какое-то, которое не совсем подходило. Ну и каждый раз коса ломалась, и я уже устал от этого. И я, так как одной из моих профессий сантехник, я вспомнил об одном способе, который используют сантехники для крепления, которое очень надежно. И использовал его для того, чтобы сделать косу, отремонтировать. Это обычные хомуты, металлические хомуты. Я закрепил, закрутил и уже год спокойно пользуюсь и без проблем. Может быть, кому-то, кто так же, как я, мучился с кольцом, данный способ может пригодиться. Поэтому спасибо вам за внимание, всего хорошего. До скорой встречи!